şu fıkçı iyisin. Я сегодня очень музыкальная какая-то. Всем привет, меня зовут Алина. Сегодня мы с вами проведем растяжку в домашних условиях. Начнем с разминки. Сверху вниз. Делаем наклоны. Вперед. Назад. Лево. Право. И повторяем. Поможем себе рукой, похрустим чуть-чуть и также вперед. Круговые движения. И в другую сторону. Я сегодня очень музыкальная какая-то. Так. Руки. Круговые движения кистей. Можно в замочках взять. Также локти. Дзынь-дзынь. И руку к себе потянем ее. Также за голову. И другую. Замочек сзади возьмем. Можно покрутиться, повертеться. Ноги ставим чуть пошире и сделаем наклоны туловища. Теперь так же и разворот. Тянемся за рукой. И также в другую сторону. Все хрустит. Это отлично. Так. Наклончики вперед. Такая еще функция есть. Будет опасный трюк. Как-то так. Так, ножки соединяем. Хватит вываливаться. И по возможности обнимаем их.
шея расслаблена. Круглой спиной встаем. Разомнем стопки. Другую. И круговые движения. Переходим в партерчик, наверное. Также другую, если получится. Так, теперь опорная нога на носочек. Тянем переднюю поверхность бедра. Я делала вот это. Косичка очень хорошо тянется.
Можно помочь себе ручками, сделать сопротивление. Но вообще, на самом деле, тянуться надо, Лёша. Чё, мельницу я давно не делала. Вращение в тазобедренном суставе и в другую. Можно стопы потянуть уже. Ну все, низкий старт и погнали. Ну что, на этом наша тренировка окончена. Надеюсь, вы получили такое же удовольствие, как и я. По-другому никак. Это естественно. Поэтому встретимся на следующей тренировке. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте лайки и комментируйте наши видео. До скорых встреч. Ну что, шпагат. Только что было в голове. Что-то было в голове только что.
Что такое? Алина'с.